И снова здравствуйте, всем привет, ZBrush 2019, давно обещал показать, как делать именно рыцаря, доспехи. Ну давайте вот замутим персонажа какого-нибудь такого поприкольнее, да, опять же стилизованного. Итак, вот болванка по предыдущим роликам, и будем делать с нуля, я не буду опять же лепить, это занимать время. Что нам нужно сделать? Найти подходящую болванку и сделать из него персонажа. Так, персонажа я хочу сделать именно где-то вот в таком духе. Сейчас буду вам показывать. Выбираем вот эту часть, именно где ребра. Ctrl-Alt. Можно очистить вот эту часть. И попробуем сделать Ctrl-I, инвертация маски. Через Ctrl, щелчок, размыть вот эту вот полосу маскирования, чтобы она мягче вытягивала. Теперь ставим X-симметрию. Вот таким вот образом. Так, Alt. Вот сюда это дело подводим. Через Alt корректируем. Если сбился у вас вот этот именно гизмо. И попробуем так через Scale. Вы видите, как он растет. Все нормально. Так, вот такой будет персонаж. Теперь что я хочу сделать? Уменьшить вот эту голову. Так, снимаем маску. И я хочу уменьшить голову. Ctrl-I. Размываем опять же Ctrl маску. И делаем Scale теперь поменьше. Так, ну где-то так, наверное. Голова будет маленькая. Где-то в таком духе. Так, еще я хотел бы что сделать? Побольше руки вот эти вот. Так, смотрим, как это дело можно сделать. Так, тут вопрос в чем? Оставляем бицуху в таком именно положении. А, наверное, вот эти части... так вот замаскируем вот эти части. X-симметрию можно отключить и Ctrl-Alt, если что-то очистить, убрать вот эту маску. Так, Ctrl-I. Опять же гизмо, теперь Scale. Руку я хочу сделать побольше, вот таким вот образом. Подгоняем персонажа, плечи, в принципе, я хочу потом еще больше увеличить, бицуху добавить. Ну, вот эти части мне нужны большие. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Если он кулаки сожмет, то будет все нормально, да? Где-то вот на уровне вот этих ног будет. Теперь что нужно сделать? Я хочу замаскировать вот эту ногу вот таким вот образом. Так, здесь вот задницу вот эту тоже замаскировать. Замаскировать. Делаем теперь Ctrl-I. Хочу теперь ротации вот это дело чуть-чуть подправить. Мне такая поза не устраивает. Но где-то чуть-чуть, чтобы ноги не соприкасались опять же. И попробовать так в качестве эксперимента. Делаю от балды. Как бы вот, наверное, ее вытянуть и чуть-чуть пониже вот так опустить. Сделаем Mirror and Well. Ну, в принципе, формы персонажа меня вот сейчас устраивают. Теперь, что можно сделать? Это значит... Ну, а теперь надо лепить будет. Сейчас я с помощью Morph Topology давайте еще подкорректируем вот эту форму тела, X-симметрия. И вот здесь вот, вот где ребра вот эти, хочу сделать вот, вот таким вот образом. Так, здесь у нас таз. Таз мы немножко вытягиваем.
Так, ребра, вот эту часть мы поднимаем кверху. Вот так вот. Так, что тут еще есть? Угу. Задницу вот эту делаем побольше. Так, что я тут вытянул? Ctrl-Z. Где-то так пока вытащим. Ноги, именно такие мускулатуру делать я не буду. Ноги пускай будет попроще. Так, здесь, значит, подтягиваем. И вот здесь вот спину, вот эти вот мышцы. Я хочу именно сделать как бы повыше вот так. О, побольше. Вот таким вот образом. Так, здесь немножко придавить. Это уже поменьше Morph Topology. Вот так. Шею немножко оттянуть. Голова все равно будет другая. Голову я отдельно вылеплю типаж. Так. Угу. Подправить можно именно пальцы. Если пальцы потом будут выкаблучиваться, я просто заменю кисти рук. Так, это тоже есть. Угу. Ну, пока вот такой вот персонаж. Заготовка сделана. Еще вот что можно сделать. Давайте сделаем плечи побольше. А вот эту часть, вот эти закрылки, их сделаем поменьше. Во. Ну вот уже на что-то это стало похоже. Тут шею потолще. Теперь корректируем вот эту часть. Вот так вот. Тут еще, может быть, пролепим, но если персонаж будет полностью уже в доспехах, нужды в этом не будет. Так, ноги оставляем, все оставляем. Ну вот пока первый ролик, заготовка вот этого персонажа, и дальше уже будем с ним работать. Так, давайте сразу на второй ролик заготовим именно вот эту часть доспеха. X-симметрию можно отключить. Up and добавим. Давайте сферу. Переключимся на сферу. Включим гизму. Поставим на плечо. Scale уменьшим и подведем вот так вот к плечу. Для чего? Для того, что это будет у нас часть доспеха. Перекрутим. Где-то вот такая штукенция получается. Так, это где-то будет в таком вот духе. И Ctrl-Shift. Давайте Trim Curve вот этот выберем. И обсобачим его вот так вот. Так. Делаем теперь Dynamesh всему этому делу, чтобы сетку исправить. Dynamesh. Так, есть такое дело. Ну, а теперь чуть-чуть это все дело вот так подтянем. Вот таким вот образом. Так, и здесь подтянем. Потом все равно будем зеркалить и делать это все дело в другом ролике уже отдельно. Так, здесь мы чуть-чуть ее придавим. И сзади, чтобы не выпирала, она нам такая сильно выпуклая не нужна. Так, здесь тоже уменьшим. Делаем Ctrl-W одну полигруппу, Ctrl-D прибавляем дивайдов. Теперь заходим в Lower Geometry, удаляем дивайды.
и прибавляем дубликат. Дубликат теперь по прошлым роликам опускаем. Персонажа можно выключить. Так, здесь мы его чуть-чуть сдавим. И вот так мы его тоже сдавим. Вот такая штукенция получается. Пусть потолще стенки будет. Я все равно потом буду ее перелепливать. И прозрачность поставим. Посмотрим, насколько он тут заходит вглубь. Ну, давайте вот таким вот образом сделаем. Ставим его на вычитание. Ставим на верхний subtool. Делаем merge down. Окей. И снимаем маску. Вот произошло вычитание. Это заготовка именно на доспех. Вот такая штукенция. Так, прозрачность отключаем. И вот с ним пока займемся. Потом будем делать какие-нибудь нарукавники. Доспех, возможно, сделаем на грудь. Где-то, возможно, посмотрим, сделаем кольчугу. Это уже в процессе, так фантазируя, и по частям будем его собирать, посмотрим, что получится. Все, всем пока, до свидания.